Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей, подготовленный компанией InstaForex, в студии Марина Генералова. Новозеландская валюта продолжает оставаться под сильным давлением на фоне сегодняшнего решения РБНЗ по денежно-кредитной политике. Центробанк оставил ставку рефинансирования на прежнем уровне 3,5% и при этом пространно дал понять, что не стоит ожидать в ближайшем будущем ее повышения. Одна из главных причин, тормозящих ужесточение монетарной политики, – динамика стоимости сырьевых ресурсов. В первую очередь это касается молочной продукции, составляющей основу новозеландского экспорта. По данным Global Dairy Trade, цены на эту группу товаров к началу сентября снова упали на 6%. Причем такая тенденция сохраняется на протяжении большей части года. Другим фактором, повлиявшим на решение Банка Новой Зеландии, стала изрядно выросшая ранее национальная валюта на фоне повышения ставок и игры инвесторов в carry trade против австралийского и американского долларов. Курс киви уже начал оказывать давление на конкурентную способность новозеландской продукции на внешних рынках. Основные торговые партнеры Новой Зеландии переживают не самые лучшие времена, а стремление выигрывать от слабости национальных валют также четко видно в Великобритании и еврозоне. Сегодняшние комментарии Грэма Уиллера, как и ожидалось, вызвали распродажи новозеландского доллара. На этом фоне новозеландский доллар продолжил свое снижение против американской валюты. Уверенно торгуется ниже уровня 0.8220 и вполне вероятно, в перспективе продолжит свое снижение к уровню 0.8050 и вполне вероятно в ближайшее время протестирует новый локальный минимум на уровне 0.8135. Явное изменение траектории американского доллара усиливает его позиции и оказывает понижательное давление на все валюты, торгуемые против него. Динамика рынка американских трежерис с начала этого месяца также указывает на перемену настроения инвесторов. Если в августе по причине возросших геополитических рисков, связанных с событиями на Ближнем Востоке, Ираке и Украине, инвесторы в покупках американских государственных облигаций искали защиты от риска, то сейчас, уже после ясного сигнала от Йеллен в Джексон-Холле о том, что ставки могут быть подняты в первой половине 2015 года, отмечается обратная реакция. Снижение цен на казначейские облигации и рост их доходности происходит на фоне резкого подорожания американского доллара к корзине основных валют. Торгуйте и зарабатывайте вместе с компанией InstaForex. Увидимся!